Сегодня в Семи открылась мемориальная доска Дуйсенбаю Кушкарбекову. Это государственный и общественный деятель, внесший свой вклад в социально-экономическое развитие региона, а также в закрытие Семипалатинского ядерного полигона. Дуйсенбай Кушкарбеков родился в 1937 году в селе Кельдебай Абралинского района Семипалатинской области. С малых лет он был трудолюбивым и целеустремленным гражданином. В 1959 году окончил Каркаралинский ветеринарный техникум. С тех пор плодотворно трудился в сфере сельского хозяйства. Сегодня на стене дома, в котором он жил, открыли мемориальную доску. В советское время он дошел от простого рабочего до председателя исполнительного комитета совета в нескольких районах. Был первым секретарем партии. Он проживал в Абралинском районе, в совхозе «Кайнар». И после того, как наша страна обрела независимость, он несколько лет был там акимом. Каждый раз, занимая все более высокие должности, он также вносил свой вклад в развитие районов. Об этом рассказали современники Дуйсенбая, работавшие с ним в Ахсуатском и Абайском районах. Этот человек работал в совхозе Кирово-Чарского района. С него брали пример на уровне республики. Хозяйства, находящиеся в разных владениях, хорошо осваивали и использовали его навыки. Жизненный путь человека, оставившего большой след в общественной жизни, всегда будет примером для поколений. Мы гордимся этим человеком, и теперь мы устанавливаем такую памятную доску на стене дома, в котором он жил. Он этого достоин. Дуйсенбай Кушкарбеков делал все для развития сельского хозяйства. Собравшиеся отметили, что он внес значительный вклад в развитие отрасли. Ботагөз Дандыбаева, Макпал Маратқызы, Нурлан Оразалин, телеканал «Семей».